Всем привет, меня зовут Маша. В этом видео я представлю электронный стабилизатор напряжения торговой марки Hüther модели 400GS, расскажу о его особенностях и покажу, как использовать. Стабилизатор напряжения – это сложное электротехническое оборудование, позволяющее добавить недостающее напряжение в сети и убрать избыточное. Hüther 400GS предназначен для обеспечения качественной работы бытовых устройств в условиях нестабильного напряжения в сети. В диапазоне от 110 до 260 вольт к стабилизатору можно подключить устройство общей мощностью 350 Вт. Данная модель имеет возможность настенного монтажа и отлично подходит для подключения газовых котлов в помещении. На передней панели управления имеется вольтметр, кнопка переключения режимов и индикаторы работы стабилизатора. Здесь же расположены клавиши включения и выключения устройства. С боковой стороны расположены выходные розетки и предохранитель от перегрузки. Неплавкий предохранитель служит для защиты системы. Перед запуском обязательно убедитесь в отсутствии механических повреждений. Все готово к работе. Вставим вилку стабилизатора в розетку. Установим выключатель в положение «Включено» на 10 секунд. Вольтметр выходного напряжения должен показывать 220 вольт. Затем выключим стабилизатор и подадим нагрузку к выходным розеткам. После этого снова включим стабилизатор. Теперь, чтобы наглядно показать работу стабилизатора при перепадах напряжения, подключим его к латеру. Латер предназначен для плавного регулирования напряжения. Выставим напряжение около 150 вольт. Нажав на красную кнопку на стабилизаторе, мы увидим, что действительно входное напряжение 150 вольт. В качестве примера используем лампы. Первую подключим напрямую к латеру, вторую через стабилизатор. При напряжении 125 вольт первая горит тускло, вторая ярко. При изменении напряжения заметна разница яркости у ламп. В ходе эксплуатации стабилизатора на дисплее могут появляться следующие обозначения. L означает, что напряжение в сети опустилось ниже диапазона работы стабилизатора и сработала защита от пониженного напряжения. H означает, что напряжение в сети поднялось выше рабочего диапазона стабилизатора и сработала защита от перенапряжения. Аппарат выключил выходное напряжение, чтобы избежать поломки. Система автоматически вернется в рабочее состояние при возврате входного напряжения в рабочий диапазон. CH означает, что суммарная мощность подключаемых к стабилизатору устройств выше номинальной мощности стабилизатора и сработала тепловая защита от перегрева. Необходимо снизить нагрузку, то есть отсоединить одно или несколько устройств. После возврата стабилизатора в рабочий тепловой режим система автоматически включится. Рекомендации по работе со стабилизатором, требования безопасности и указания по уходу за оборудованием подробно описаны в инструкции по эксплуатации. Обязательно ознакомьтесь с ней перед использованием. Соблюдайте эти простые правила, и работа с оборудованием будет приятной и безопасной, а наша продукция станет вашим верным помощником на долгие годы. Всем пока, еще увидимся!